Всем привет! Меня зовут Дмитрий Роденко, я основатель сообщества SaaS Founders. Помогаю фаундерам IT-компаний находить новых крупных клиентов с помощью LinkedIn, Facebook и бизнес-конференций. Меня часто спрашивают, как создать отличный кейс по результатам своей работы. Ну, во-первых, зачем нам нужен кейс? Кейс нам нужен в первую очередь для того, чтобы показать нашему потенциальному клиенту умение решать бизнес-задачи в его бизнесе. То есть ему не нужна разработка, ему нужны результаты этой разработки. Соответственно, те разработчики, те компании, которые понимают, что ему не нужен код ради кода, а нужен ради результатов, оцениваются гораздо выше и ценятся гораздо лучше. Как люди, которые обладают пониманием того, как работает бизнес и что бизнесу на самом деле нужно. Соответственно, кейс – это конкретная история, как вы помогли клиенту достичь определенных бизнес-результатов с помощью своей разработки. Вот один из примеров, как может выглядеть кейс. Это кейс, который мы разработали для одного из наших клиентов. Несложное решение, не самое дорогое, но тем не менее просто и четко излагает вообще всю структуру и как это делается. Первое – должен быть яркий заголовок, который сразу показывает выгоду. How to save 18,000 year on restaurant staff with a chatbot. Решение у клиента простое, подписные чат-боты. Тем не менее, мы посчитали, что только на персонале, только на обслуживание заказов ресторан сэкономил около 18 тысяч долларов в год. Для ресторана это большие деньги. То есть обязательно в тайтл вынесите выгоду. Рассказываем о том, кто клиент. Клиент, ну, бар, 900 человек в день. Какая была цель у клиента? У клиента было большое количество фолловеров, и есть большое количество фолловеров. Они задавали одни и те же самые вопросы. 90% вопросов было одинаковыми. И сидел целый коллектив, который отвечал на эти вопросы в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее. Значит, почему клиент не мог, вот буквально по слайдам, да, какая была цель у клиента, почему клиент не мог выполнить это решение самостоятельно, почему не мог решить эту задачу самостоятельно. Значит, все клиенты были в офлайне, онлайн-коммуникации не было. Значит, клиенты называли одни и те же самые встречи. Вот. И за счет того, что был большой поток заявок, получалось, что клиентский отдел не успевал ответить, и люди не ждали, выбирали следующее решение. Значит, каким было решение? Значит, вот описываем, какое было решение, как оно работало. Это о создании решения. Это Михаил Скричевский, кофаундер CoinPay. Кстати, отлично разбирается в чат-ботах, если вам нужны такие решения. Рекомендую. Рассказываем, из каких блоков состояло решение. То есть мы сначала проанализировали, откуда у них идет трафик, какие возникают проблемы и так далее. Какое техническим решением можно воспользоваться. Сделали демо-версию. Сразу ее внедрили, дали клиенту, внедрили, получили фидбэк, внедрили, внесли изменения, добавили интеграции с другими системами, которые использует клиент, и запустили полноценный продукт. Значит, к чему это привело? Расписываем в нескольких шагах результаты. Значит, базовое решение было сделиверено за 2 дня. Показываем выгоду, то есть за год сэкономили порядка 18 тысяч долларов. Благодаря использованию подобного решения. Получили аналитику, значит, какая в итоге получилась стоимость отправки одного сообщения, сколько клиентов обслужили и так далее. Показываем еще опционально слайд по клиентам и в конце закрываем через Calendly либо MixMax на встречу. То есть, видите, несложная структура, которая, по сути, в нескольких слайдах рассказывает, как вы решили бизнес-задачу клиента, и в конце закрывает его на созвон. С помощью таких несложных инструментов клиент понимает, что вы именно тот разработчик, именно тот специалист, который ему нужен, и нормально конвертируется во встречу. Соответственно, желаю вам продуктивных встреч. Главное вам подготовить хорошие инструменты, которые приведут к этим встречам. Вот. И хороших высоких контрактов, больших контрактов. Всем хорошего дня. Пока-пока.